чуть-чуть не супер удачно получился. Было много работы, но так получилось, что мы проиграли. Хотелось выиграть, но так получилось, так получилось. А в якому компоненті гри найбільше складнощів вам зробили казахи? Ну, они были быстрее нас, они в скорости нас опережали. В принципе, где-то мы играли в первом периоде неплохо, во втором в конце. Но по остальной игре мы проигрывали в скорости, и мы не могли как бы привыкнуть. Где-то, может, под конец просто уже подустала эта сборная, поэтому более скорости подравнялись. А так, конечно, они быстрее были нас.